Всем доброе утро. Так, друзья, не пугайтесь, это самый экологичный продукт, самый чистый, прямо из-под теплой курицы. Это деревенские яйца, просто их нужно отмыть. Мне их дала Наташа, то есть она угостила. Их для их семьи приводят, они сами привозят из деревни. Так что будем пробовать, чем отличается куриное. Девочки, медовик был супер. Вкусно, конечно, но мало. Так, девочки, мы сегодня на даче, поливаем все. У нас фонтан просто вот, ну, дырявый, и поэтому поливаем. Я в теплице, но я вот у подружки нахожусь. И вот смотрите, нужно будет из этих ведер полить огурчики и перчики. Вот сейчас буду поливать. Вот смотрите. Девочки, вот такие вот нынче урожаи Виктории, клубники. Это вот огородная, смотрите, не знаю, как у вас, пишите. Вот такие. Так, вот, друзья, вести с полей. Смотрите, сколько собрано здесь клубники. Ногти грязные, убило все руки, ногти. Вот клубничка, смотрите, растет. Это такая мелкая, похожа на землянику. Ну вот урожай уже сразу без попок, видите, очистили. Помыть и сразу кушать. Вот сколько собрали. У вас сколько? Девочки, смотрите, мы тут бездомных собачек прикормили. Лена принесла блины. Ну, это не бездомные, это они... сторожа. А, вот у сторожа. Ну, вот они, смотрите, какие кушают, да? Вот обед у них, приятного аппетита. Блинчики, ветчина с сыром. Там шмонди. Да, там шмонди хромает. Что-то там случилось.